Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 40 Neo. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер. Итак, для этого мы открываем приложение «Телефон», далее нажимаем на три точечки в правом верхнем углу и выбираем «Настройки». Здесь мы выбираем «Заблокированные номера», нажимаем «Добавить номер» и вводим номер телефона, который хотим заблокировать. Нажимаем «Заблокировать». И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.